Алло. Ассаламу алейкум. Саллариз яхшими. Тизуми сиз. Чарчабасан. Овоздаризден сизи. Умриз узабагур. Яхши ниятдан телефон кылыпман. Танышыйлы деп. По-русски говорите? Русский? Привет, девушка. Привет. Спасибо. Яхши ният ярым мал телефон кылыпман да сизге. Танышыйлы деп. Яхши ният ярым мал дидию. Объясните по-русски. Ой, яна русский ма. Яхши ният ярым мал. Хорошо слово половина корова. Да ты сам корова. Я не корова, девушка. Я бука. Телефон, реклама, газета, ты там есть. Хотите познакомиться? Да, знакомиться, да. От измеда. Что? От. Как лошадь будет тебя? Лошадь? Нет, извините, не лошадь. Как фамилия, имя отчественной войны будет тебя? Меня зовут Катя. Катя? Не Катя, а Катя. Катя, очень приятный отдых. Катя? Да. Ты сколько килограмм будешь? А это обязательно? Нет, не обязательно, извините. У тебя длина, ширина сколько метров выйдет? Ну, рост у меня 1.75 м. Ого, ты потолок идешь? А я приваршу пол вниз. А как тебя зовут? Меня зовут... Кутарберды. Кутарберды? Да. Кутарберды это что значит? Это... Кутарберды это... Поднял и дал. А можно я буду звать тебя котиком? Не понял. Ну, можно я буду звать тебя котиком? Я? Катя? Я не такой человек. Я мужик. Я не голубой. Я иркак, уят будет. Нет, котик это ласкательное слово, котенок. Мужик, лучше арслан говори, годовав. Можно, да? Да, можно, но только осторожно. Котик. Да. А где ты работаешь? Я работаю коммерсантка. Значит, ты богатенький, да? Да, тинки, да. А бабки есть у тебя? Бабка? Бабки. Бабка. Бабушка есть бабушка. Бабушка... Дома 95 год живет. Скоро смерть. Аллах Акбар. Смертельный той будет. Нет, не бабушка, а бабки. Деньги есть у тебя? Деньги? Да. Сейчас карман шмырной. Сейчас. Есть. 1000 сом есть, Катя. Всего лишь 1000? Нет, завтра один турк 3000 даст. Я ему там корова, шкура, баран таскал. 3000 берганские. Это, да. Котик. Да. А если мы с тобой встретимся, куда мы пойдем? Давай в столовую пойдем. В столовую? Да. Нет, кофе пойдешь, ладно, кофе. Какой кофе? Кофе чьи-то. Ты хочешь сказать кафе, да? Да, кафе. Ресторан пойдешь, ладно? Ну, у тебя же денег не хватит. Денег? А тебе нет денег? Есть, а что? Ну, возьми с собой 5000. Ишь, ты какой шустрый. Эй, я завтра дам, не бойся я с тобой. Да? Да, кстати, котик. Да? А жена есть у тебя? Жена есть. Нету жена. Ну, ты же сказал, что есть. Я перепутала. Нету. Сейчас нету. Он в России умер. Да? Аллах Акбар, да. Нету. Блин, он тоже улетит. А тачка есть? Тачка есть? Тачка? Да. Я базар не толкаю тачка. Нет, я имею в виду, машина есть у тебя? Машина есть. Какой марки? Иномарка. Ну, какой? Мерседес или джип или Мазда? Нет, Зазда. Зазда? Да. Что за Зазда? Зазда Денс, Дженс, Денс, Бенс, Денс, Запорожденс. Запорожец. Запорожец? Да, но дутый он, брат, дутый. Дутый? Да, там только баллон нету. Как нет? Нету, мотор тоже сломался. Да? Аккумулятор может есть, может нет, дохла. Это машина Бобо, машина Бобо. Чья машина? Бобо. Баба, не мади да. Отец машина. Отец 45 год война был, один немец морду дал. Немец та-да-да-да-да, стрелял. Он ютуваганский. Пуля не попал, сели, пришел, Сталин подарка делал. Котик. Да. А ты вообще откуда приехал? Я тоже приехал. Нет, ты приезжий, да? Что? Ну, где ты живешь? Адрес? Да. Адрес Узбекский СССР, Ташкентский область, Янгиотский район, улица. Улица нет у нас?
Как нет? Ну, мундай кычып-чык. Вот, да-да, келді бахар, дарваза тоже нету. Котик. Да? А где мы с тобой встретимся? Давай, Челензар, встретимся, там мусорный ящик есть, там рядом стоишь, ладно? Где? Катартал, есть катартал, хасалат. Эй, давай там ипподром встретимся, ипподром, там лошадь стоит, под лошадь стоишь, ладно? В ипподроме под лошадью? Да, не бойся, он умер, мертвый он. А как я тебя узнаю там? Не слышу. Ну в чем ты будешь одет? Что ты кричишь на меня, э? Не кричи, э? Тупой я, мы знаем, как покраса, э? У меня костюм будет. Какой? Олачпар. Какой? Ну, олачпар. Белый-черный. Везде белый-черный. Вот еньги тоже белый-черный. Потом у меня платье есть. Платье? Да, как негр. Платье как негр? Как мужское платье? Рубашка, что ли? А, рубашка. Рубашка. Какая, черная, что ли? Да, черная. Я негр говорил, да? Извини, позор, да? Потом у меня вот серые брюки есть. Серый? Да. А еще? Ой. Еще внутри трико есть. А еще? Еще? Да. Еще там большой размер 64 штаны есть. А еще? Ой, тут... Ой, туда нельзя, все, чигара там уже. Ой, ай-яй-яй будет. Ой, хабразам прыгаскелер, Катя, ай, да. Катя, да. Потом у меня два носки есть. Один носки чуть-чуть дырка. Ничего, второй сверху одену, не видно будет. Катя, да. А у тебя какой цвет колготки будет? Колготки зачем? Нет, не колготки, извините. У тебя комбинезон, какой будет комбинезон? Комбинезон? Нет, не комбинезон, ичкорин, не мадит, ичкорин. А джемпер будет у тебя вверху, джемпер есть? Джемпер? Да. А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке. Водолаз? Ты что, озеро купаешь, да? Нет, это одежда такая. А, я думал, голое озеро. Ну ты колхоз, котик. А? Колхоз нет у нас, сейчас все аренда сотоваганский. Все бойвачай, там все, там бодрин, помидор, хоун, тарвуз, су, ичканский, потом югур-югур, чопачал. Все, дала у нас. Ну ладно, пока, котик. А? Пока, еще встретимся. А, пока, Катя. Сулюю, Катя.